наступлением осени также наступает и пора инфекционных заболеваний. Одно из самых опасных, объединяемых в группу так называемых ОРВИ – это грипп. Не менее половины населения нашего региона должно быть обязательно привиты. Такую задачу ставит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Делать прививку или нет? Позиция краевого Минздрава по отношению к прививкам однозначная. Только вакцинация способна сдержать в регионе резкий скачок заболеваемости. Если говорить о сезонной кампании вакцинации от гриппа, то сегодня привито уже более 300 тысяч кубанцев. Вакцина, поступившая в край, подстроена под тот грипп, который мы ждем в этом году. В прошлом году было привито 40% кубанцев. Это один из самых высоких показателей в стране. На этот раз определен 47% порог. Кампания идет активнее и закончится до наступления холодов. Ну, как вы знаете, ежегодно у нас в городе на базе первой поликлиники, второй проводится вакцинация населения от гриппа. С наступлением холодов мы ожидаем, конечно, эту болезнь коварную, как говорится. Как вы знаете, грипп – это такая болезнь, она опасна своими осложнениями. Вакцинация – эффективный способ профилактики заболеваний. Чем больше будет привито славянцев, тем больше будет так называемая иммунная прослойка, которая не позволит появиться массовой эпидемии. Детям дошкольного возраста можно получить прививку против гриппа в поликлинике, либо в детском саду при получении согласия от родителей. Студенты получают вакцинацию на базе своих учебных заведений. А любой желающий, достигший 18 лет, может сделать прививку в лечебном учреждении по месту жительства. Более 20 тысяч славянцев прошли вакцинацию, тем самым защитив себя от коварного вируса гриппа. Не остались в стороне и представители муниципальной власти. Глава Славянского района Роман Синеговский уверен, вакцинацию делать надо. Ну, важно всего быть здоровым. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, следить за весом. Ну и так как сегодня наша медицина работает, движется вперед, я считаю, что необходимо делать прививки от гриппа, потому что все мы взрослые люди, видим, какой сегодня грипп, да, что в том году более 100 человек в России, люди умерли, потому что тяжелые формы. Я и в том году прививался, в этом году привился, и считаю, что это необходимо для того, чтобы поддерживать свое здоровье. К примеру, руководителя муниципалитета последовали и Ольга Леус, заместитель главы района по социальным вопросам, Юрий Просоленко, главный врач Славянской центральной районной больницы, и Григорий Литовка, председатель районного совета. Все они уверены, что именно вакцинация – главный помощник профилактики заболеваний. Я традиционно, ежегодно осенью делаю прививку. Благодаря тому, и меньше болею гриппом, переношу это более легко. Медики не устают напоминать, что вакцинация – самый эффективный путь профилактики заболеваний ОРВИ и гриппа. Прививка помогает либо не заболеть вовсе, либо перенести грипп без осложнений. Кроме этого, врачи рекомендуют принимать витамины, противовирусные препараты и чаще бывать на свежем воздухе. Тогда никакой грипп не застанет врасплох. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».